Коллеги, очень рада всех приветствовать. Спасибо, что вы приехали. Это очень важно. Вы попали на первое мероприятие сингента, которое посвящено биологизации. И открою вам небольшую тайну. Сегодня у нас присутствует Игорь Маратович Давленбаев от компании Бионалатик И про биоинсектициды он вам в перерыве ответит подробно и расскажет, как они работают, что делать. А, потому что, к сожалению, сейчас у нас идет резистентность, да, и об этом сегодня много говорили, поэтому этот вопрос обсудится и в портфеле Сенгента, я надеюсь, в ближайшем будущем это скоро появится. Ну, вернемся к нашим. Да, сегодня у нас основная цель рассказать вам про биостимуляторы. Вы слышали про глобальное изменение климата очень подробно со Швейцарии, слышали о ювелирной технологии геопауэр, да, и лучше Владимира это никто не расскажет, просто ас, и запомните это все, сколько именно кислот, как они действуют, как они экстрагируются. Я думаю, всем стало все понятно, и все для себя сделали выводы и отметили, что это вам жизненно необходимо сегодня в вашем хозяйстве. Ну, а я так приземлю, наверное, немножечко, я буду проще, я просто агроном, и расскажу, что а мы ежегодно сталкиваемся с абиотическими стрессами. И каждый год для нас, агрономов, нам кажется, что мы уже все знаем, и уже мы такие асы, у нас такой богатый стаж, 20 лет работы, но постоянно абиотические стрессы каждый год нам преподносят сюрпризы. То вымерзло, то засуха, то переувлажнение, то нашествие вредителей, то их много, то их нет, закупили препараты, не использовали, да? Ну, мы все с этим сталкиваемся. Но, уважаемые коллеги, от обедических стрессов мы теряем урожайность от 50 до 70 процентов. Порой это не замечая, просто уповая на погоду. Так сложились природные условия, да? А что же мы для этого делаем, чтобы поддержать наши растения? И биостимуляторы, они замечательно интегрируются в технологию возделывания сельскохозяйственных э, культур, и это обязательный элемент технологии. Мы научились защищать от болезней, от вредителей, но как помочь растениям бороться со стрессами, ну, к сожалению, этих знаний у нас еще на сегодняшний день не так достаточно. Поэтому абиотические стрессы, они у нас подразделяются на два фактора. Первые физические факторы – это температура, возвратные заморозки, засуха, переувлажнение и химические факторы. Это фитотоксичность, это PH, это засоление, загрязнение воздуха да, и различные другие. То есть есть раневые стрессы, когда у нас градобой побил, и уже ничего не помогает. Поэтому э, на сегодняшний день в портфеле компании Сингента мы подразделили биостимуляторы. Биостимуляторы мы подразделили на те, которые у нас антистресс, мы их назвали, да, которые помогают нам бороться со стрессами абиотическими. Это Мегафол, Кватис и Забион. Подробно о них вы уже слышали, мы еще к ним вернемся. Дальше есть биостимуляторы, которые а, стимулируют процессы, улучшающие, улучшающие качество продукции. Они влияют на краску, на накопление сахаров, вкусовые качества, да, ну, качественные показатели сельскохозяйственной продукции они улучшают. Также есть у нас стимуляторы, которые у нас а, занимаются оздоровлением почвенной биоты. Все вы знаете, что почва это живые микроорганизмы, их там много, и как их поддержать, усилить и размножить больше? Для этого существуют замечательные препараты Вива и Активеив. Если вы их еще не используете, то нужно, наверное, о них больше знать, изучить и тестить. Проверили, потом поверили. И мы русские люди каждый хочет проверить на своем поле и ощутить этот видимый эффект и результат. А дальше есть у нас водорастворимые удобрения Мастера. Наверное, вы их все уже применяли, знаете, что такое плантофолы, да? Это водорастворимое удобрение, когда у нас элементы питания с почвы недоступны ввиду той же засухи, да, и мы можем как-то компенсировать недостаток элементов питания а, этими удобрениями. Также у нас зарегистрирован новый препарат Apifol Equilibrium, но о нем мы расскажем вам немножко позже. Это такая изюминка наша сегодняшняя. А также есть микроудобрения: это молебион, кальбит, брэксилы всевозможные, ну и феррилен. Микроэлементы очень нам необходимы. Все мы учились, все знаем бочку знаменитую. Если не хватает одного микроудобрения, то другие не компенсируются, да? то есть они не усвоятся. А биостимулятор мегафол это первый стимулятор, который, который должен применяться после того, как у нас растения выходят после перезимовки, когда у нас есть риск возвратных заморозков очень большой. Да? Мегафон у нас применяется на всех видах культурах и помогает растению побороться прежде всего с температурными, а с пестицидными стрессами. И благодаря исследованиям Валагра, вы знаете, посмотрев этот ролик, когда я первый раз его увидела, я думаю, господи, почему же у нас людей так не сканируют и так не изучают, так подробно не наблюдают, да? То есть это такие уникальные сканеры, и благодаря научной деятельности Валагра доказали по экспрессии генов, да, как у нас влияют мегафол, комплекс аминокислот на то, чтобы растение вышло быстрее стресса и сформировало урожай больше и лучшего качества. Что делает мегафол у нас в стрессовых ситуациях? Он у нас поддерживает рост развития растений, а в нормальных условиях усиливает рост и развитие растения. Дальше доктор Квантис, вы видите, да, он у нас отпаивает растения. И в этом году Владимир в предыдущей презентации рассказал о том, что мы а, хотим а, развенчать тот миф, когда говорят, что аминокислоты отпаивают растения и сорняки. Но, уважаемые коллеги, за счет избирательности действия мы не ослабеваем действия гербицида и снижаем фитотокс на культурных растениях. Поэтому доктор Квантис отпаивает тех, кого нужно. А, и в чем же антистрессовый механизм квантиса? Это вот эти сложные слова, знаете, трассектомика, метаболика, да, то есть квантис влияет на метаболизм, то есть обменные процессы в клетке. И а, самое важное, то, что он обладает антиоксидантным действием и работает как космопротектор. И об этом Владимир сказал. Это как раз-таки та замечательная каталаза. И третий день очень важный для культуры, когда она в стрессе находится. Чем быстрее у нас культура выходит из стресса, тем быстрее запускается образование генеративных процессов. И это очень важно в период как раз-таки вегетационного роста и развития. А на этой фотографии я хотела бы вам показать, как выглядят растения сои через две недели после обработки. То есть вчера мы видели там три дня, мы знаем все, что гербициды очень сильный фитотокс вызывают на растениях. Мы сделали опыты квантиса мегафола совместно с гербицидами и не увидели дополнительного фитотокса. Это уже очень замечательно. Мы работаем над этим, проводим исследования, разные комбинации гербицидов смешиваем. Ну, конечно, об этом потом вам расскажем позже. Елдон. Елдон – такое замечательное название, все сразу заулыбались. И я знаю, что здесь присутствуют люди, которые уже в своих хозяйствах елдон применяли и уже получили видимый эффект. Можно еще вернуть к Вантису. Была я на опытах Владимира в Краснодаре, потому что я сама из Краснодара, и когда мы а, проходили и смотрели, как же работает квантис, очень интересно было. Вы все увидели на фотографиях, что шире листовая пластина, что зеленее. И знаете, коллеги, берешь лист, и тургор действительно выше. О чем это нам говорит, что уплотняется клеточная стенка. Чем толще у нас клеточная стенка, тем растения меньше подвергаются заболеванию да, то есть вскоре фитопатогена сложнее прорасти в это межклеточное пространство. То здесь еще и нас обладает таким иммунопротекторным свойством и еще задерживает влагу, почему мы боремся там с засухой, заморозками. Так вот, а елтон это тот самый замечательный препарат, который нам помогает, если мы его применяем в фазу 29-31, конец кущения, то он нам помогает заложить дополнительный колос и влияет на размер колоса. То есть елдон у нас влияет на деление клеток и елдон рекомендуется применять вместе с модусом то есть тоже тут был такой миф что два стимулятора в баковой смеси смешивать не рекомендуется потому что мы получим разбалансировку растения так здесь уважаемые коллеги принцип такой что модус у нас влияет на синтез гиберелинов, у нас сокращается междуузли утолщается соломина а елдон у нас формирует Влияет на размер голоса, как я сказала, дополнительный колосок закладывается. И тут совсем другие гормоны, ауксины и цитокинины. Поэтому здесь разбалансировки нет. Каждый гормон бьет точно в цель туда, куда нужно, и делает свое дело. Вот буквально вчера на полях, которые вы видите с окна, мы срезали колосья. И вы видите, да, елдон, применен в дозу, в фазу Т1 в дозировке 1 литр на гектар вы видите развитие колоса, да, то есть все очень очевидно. А один дополнительный колосок в колосе у нас обеспечивает достоверную прибавку. Сколько? Ну, если опаление, прошло цветение, налив у нас, осадков хватило. 2 раз с гектара. Ну, если у нас проходит хорошо налив, то, ну, примерно 2 раз с гектара. Так вот, смотрите, елдон, если мы примем в Краснодаре, да конечно. У нас же просто идеальные условия всегда. И более интенсивные технологии. Елдон, примененный в фазу кущения, у нас помогает, дополняет нам один колосок в колосе, а если мы его применяем по флаг-листу и по выходу колоса, мы влияем на размер зерновки за счет усиленного деления клеток. Естественно, получаем большую урожайность, массу тысячи, а вот здесь вот есть у нас хозяйство присутствует, да, Женечка? Это у нас и ячмень. Вы видите, елдон был применен, оказывается, всего лишь 7 дней назад. И мы уже видим такую замечательную разницу. Это фотографии даже не наши, а присланные из хозяйства. Поэтому прошу доверять, верить. А еще лучше убедиться на своих полях. Ну и результаты опыта. Также у нас есть опыты по сое. А... Это была Белогородская. Корочинский район, Благородская область, была соя, предшественник кукуруза на зерно, соя киота, первые репродукции, применяли мегафол дозировки 2 литра на гектар. И, уважаемые коллеги, мы получили прибавку, да, то есть по ба бабам. И дальше у нас прибавка в урожайности составила 7 центнеров. Но я думаю, что это ощутимо для сои, да? Мы повлияли тут также на размер, и в общем мы в целом биостимуляторы способны повысить урожайность от 5 до 10 процентов. Но это стабильный. То есть что они делают? Они у нас сохраняют урожай и помогают культуре полностью реализовать свой генетический потенциал, который мы с каждым годом раскрыть на 100% никак не можем, но будем пытаться к этому стремиться. Ну и дальше схемы, которые мы рекомендуем на сое. Пазу 1, 2, 3, 4 лист совместно с гербицидами мы рекомендуем применять биостимуляторы роста в дозировке 1 литр. Дальше у нас для мотивации симбиотическая фиксация азота после появления клубеньков мы рекомендуем применять молибион. Он очень важен, его необходимо применять. Дальше у нас подкормки идут плантофолами, когда уже нам необходим больше калий, да, чтобы у нас качество улучшилось. И как, уже, как правило, у нас засуха уже с почвы Элементы питания усваиваются плохо, ну и также мегафол. Мегафол также у нас способствует лучшему усвоению микроэлементов. Ну и в принципе все биостимуляторы, поскольку растение у нас лучше растет и развивается, оно лучше питается, соответственно, и меньше болеет. На подсолнечнике также рекомендую в начале плантафол 105410, именно потому что в начальном этапе роста растениям необходим фосфор больше с мегафолом. Дальше елдон, здесь в этой фазе он у нас влияет на размер корзинки, ну и дальше с фунгицидами квантис. Баковые смеси сочетаются, можете это использовать, это уже проверено и доказано. На озимой пшенице елдон квантис рекомендуется применять двукратно, то есть елдон мы на количество колосков влияем, конец кущения, ну и по флагу на размер зерновки. Квантис у нас борется с абиотическими стрессами. И не путайте, эти два биостимулятора, у них разные задачи. Абиотические стрессы и размер деления клеток, размер зерновки. Ну и кукуруза. На кукурузе расходы не такие большие. Мегафол и плантофол на начальном этапе роста, фазу 5-8 листьев, также дает замечательный эффект. Ну и, в общем-то, благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вообще, я всегда провожу презентацию в режиме диалога, но как-то сегодня вот поспешила, решила, что вы все устали. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Я очень рада, что сегодняшнее мероприятие прошло именно в таком формате, и что наша компания доносит до сельхозтоваропроизводителя все новинки и полностью инновационный подход, который сегодня биотренды, биостимуляторы, биоконтроли, и за этим обязательно будет будущее. Сегодня мы уже видим, как действуют наши биостимуляторы в полях, наши посевы выглядят более здоровыми, тургр выше, лист плотнее, колос больше, количество колосков выше. То есть на сегодняшний день уже визуализация видна и надеюсь, что в дальнейшем мы получим достоверные прибавки в бункере и сельхозтоваропроизводитель по достоинству оценит преимущества наших препаратов. Хозяйство находится на юге Воронежской области. Площадь пашни составляет 6152 гектара. В структуре присутствуют такие культуры, как озимая пшеница, яровой ячмень, сахарная свекла, нут, горох, овес, однолетние травы, многолетние травы, подсолнечник. Компания «Синьента» – это мировой бренд, который развивается, идет в ногу со временем. И сегодняшнее мероприятие посвящено биологическому земледелию. В нашем хозяйстве мы заложили опыт с использованием биологического препарата «Елдон». Применяли его в фазу флаговый лист, 2 литра на гектар. Применяя препарат «Елдон», мы уже увидели визуальный эффект. Колос на растениях с применением препарата визуально более развитый и более большой а зерно более налитое.